поворачиваю к нему. Добрый день, инспектор ДПС Лидман Полиции Морозов. Сколько лет вам? 14, я просто покатился за... Понятно. Понятно. По моей улице, я сейчас его домой катил. Ну, я видел, как вы катили, управляли транспортным средством. Я больше к ним буду извинить. Из-за того, что я так управлял, это извините, пожалуйста, я к ним буду больше. Ладно, понятно, Данил, давай мы сейчас с тобой пообщаемся, я тебе все объясню, расскажу. Давай мне ключик, ставь на парковочку. Не, достань. Угу, ставь на парковочку. Мопед. Скажите, паспорт у ребенка есть? Ну, нет. Свидетельство о рождении? Свидетельство есть. Надо будет свидетельство о рождении и ваш паспорт. Давайте. Значит, смотрите, объясните мне, пожалуйста, вы мопед когда ребенку своему дали? Да вот на обед пришел.